Швеции по подозрению в терроризме задержан гражданин России, объявленный нашими правоохранительными органами в международный розыск. Поймали его в аэропорту Орландо при прохождении пограничного контроля. Задержанному 35 лет. Но его имя пока не называют. Известно, что у него помимо российского есть и другое гражданство. Но участвовал ли этот человек в подготовке терактов в Европе, не сообщается.